Всем привет, вы на канале Даня Ваня. Сегодня мы будем учить собаку команде Кэрри. Собака может начинать с раннего возраста, даже щенячьего. Собака просто может переступать, а потом уже постепенно увеличивает на него нагрузки. Ну вот, например, барьер. Барьер. Молодец. Барьер. Барьер. Молодец. Теперь в одном будет. Желательно, чтобы собака в ней прыгала. Раз, десять. Это полезно для собаки, для нагружать его, ее, укруплять ее мышцы. Значит, барьер. 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 Молодец. Барьер. Молодец. Давай, последний раз и все. Барьер. Барьер. Молодец. Вань, сиди. Сиди. Всем пока. Вы на канале Даня и Ваня. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.